Ерунда. Брэнди. Ты чертовски везет. Иду. Джин. Сейчас подарю. Вот. Этот краснокожий наверняка знает, где можно найти золото. Не обращайте на него внимания. Давайте играть. Кидаю. Опять проиграл. Жду моего брата, Красную Лису. Женя, пойди сюда. Иди ко мне, детка. Иди к гостям. Привет. Привет. Садись сюда. Налей, Женя. Мой брат Мататаупа. Мой брат Красная Лиса. Бен, Брэнди, да только самого лучшего. Окей. Садись, старик. Садись. Не стесняйся. Ставьте. Хочешь сыграть? Доллар. Идет. Мататаупа. Выпей. Первый стаканчик моему брату. Твой брат забыл сделать ставку. Ставь, повезло тебе. Будешь продолжать? Что, денег больше нет? Ставь лошадь. Ружье. Золото. Может, ему известно место, где оно спрятано. Что мне известно? Ты знаешь, где спрятано золото твоего племени? Это тайна, брат. Тайна моих предков. Между братьями не должно быть тайн. Ты мне скажешь, где оно спрятано? Нет! Где спрятано золото? Okay, и то.
Дженни, Брэнди. Брэнди. Помогаем генералу Круку. А что бы они без нас делали? Мы ничего не боимся. В Эрих мы чувствуем себя как дома. Если мы сопровождаем колонну, ничего не может случиться. Лейтенант Роуч, пора трогаться. Если что случится, за все ответит краснокожий. Куда запропастился Роуч? Где Красная Лиса? И съедет с нами. Это дочь майора Смита. Освободи место. Я? Ты появился на свет на час позже, не разговаривай. И помни об этом. Осторожно, не запачкайтесь. Я вас подсажу, мисс. Он ее подсадит. С нами вам будет удобно, главное, безопасно. Ваши ручки, мисс. Вот так. Садитесь в середину, тут помягче. В добрый час. Все в порядке, лейтенант, можно трогаться. Эй, поехали, Красная Лиса. Я останусь здесь, надеюсь, переводчик вам не понадобится. Трогай. Вперед! Прииски должны быть открыты. Дороги, ведущие к ним, запроектированы. Индейцы нас задерживают. Все Дакота должны быть в резервации не позже 31 января 1876 года. А то Кеита со своей бандой все еще хозяйничает в прериях. А если он соединится с мятежниками Тачунка Витко, то будет представлять серьезную опасность для войск генерала Крука. Мы во что бы то ни стало должны помешать этому. Жду ваших предложений. Дайте мне человек 20 смелых солдат, и все индейцы будут загнаны в резервацию. Ваше мнение, Адамс? Майор, если вы хотите потерять еще 20 человек, то пошлите их. На чем вы основываете свои сомнения?
Отвечайте по существу. Нам нужно подкрепление. У нас нет боеприпасов. Перед нами враг, готовый на все. Договоры они не нарушают. Они борются за свой народ, за свою землю. Кстати, проклятый дом, в котором был убит отец Такей Итта, находится в форту. Вы что, трусите, Адамс? На этих собак патронов хватит. Господа, я жду от вас деловых предложений, а не глупых ссор. Положение серьезно. Лейтенант Роуч выехал и везет амуницию и оружие. Через день он будет здесь. А солдат у нас для этих индейцев достаточно. Белый убивает наших буйволов, нарушает договор. Мы не трусливые койоты и прогнать себя со своей земли не дадим. Я сам пришел, чтобы предложить тебе объединиться с нами. Так и Итта. Генерал Круг наступает. Брат мой, белых много. Они окружают нас со всех сторон. Мне стало известно, в Форт Смита везут оружие. Отряд Роуча уже в пути. Ты хочешь отомстить за отца, Такеито? Две зимы и два лета его дух ждет этого. Я нападу на колонну с оружием. Жди меня сегодня ночью, Тачунка Витко. Мы будем вместе бороться за свою землю. Я тебе все сказал. Хау. Oh!
Смит, дочь Смита, командира форта. Добычу отвезете в лагерь. Форт я беру на себя. Что случилось? Ты ранен? На нас напали индейцы. Воды. Господин майор, индейцы племени Дакота напали на нас. Разведка нас не предупредила. Тобиас, ты что-нибудь знал? Предатель, он знал, наверняка знал. Отвечай! Адамс, к столбу 20 ударов. Решил мне приехать. Но это было полгода назад. А я получила письмо на днях. Подожди, девочка. Ты кто такой? Я Токеито, вождь племени Дакота. Этот негодяй напал на нас. Майор Смит, я хочу выкурить с тобой трубку мира и поговорить о справедливости. А я тебя не звал сюда, краснокожий. Я сын и хозяин прерий, майор. Для меня ты шпион. А шпионов у нас вешают. Майор Смит, я пришел сюда как... Как ты пришел сюда, так и уйдешь, если сумеешь. Попытайся, и ты будешь свободен, как птица. Хал. Майор, это убийство. Я его предотвратил. Задержите его, закройте ворота! Сюда, сюда! За блокаду! Вот он! Да держите же его! Скорей! Он спрятался за повозкой! Стой! Все по местам! Гасите! Гасите пожар скорее! Посмотрите в воду! Удвоить посты перед чистоколом! Индейцы недалеко, надо ждать нападения! Скорее, скорее, не спите! Еще воды, воды! Беги на пост, ты там нужней! Осторожно! Там есть ручные гранаты, они еще не завалились! Иди на пост, я покачаю! А вы что стоите, лейтенант Роуч? Ваше место за вас форт остался без боеприпасов! На место, лейтенант, вы слышали приказ! Дай мне покурить. Спасибо. Прощай, наш Блэкгаус. Старый индейец преследует нас даже мертвый. Теперь форт не спасут ни чистокол, ни драгоны. Дженни, перенесем его под укрытие. Здесь опасно. Ага.
За то, что произошло, несет ответственность майор Смит. Привет, Дженни. Привет, Фред. Уж не мой ли друг только Итан навестил форт? Он устроил пышные похороны своему отцу. А. Посоветуй, что нам делать, Фред. Выход есть. Сын мой. Приветствую тебя, хранитель тайн. Глаза твои видели много зим. Но сегодня, великий вождь, я привез то, чего ты давно не видел. Мир, дружбу и справедливость. Твое имя? Джим Фред Кларкс, Красная Лиса. Мой спутник, сын волков Тобиас, воин племени Делаваров.
Приветствую вас обоих. Как выглядит твой мир? Как ясный день. Много мяса. Поют женщины, радуются дети, старики отдыхают, и все довольны. Ты бы мог открыть нам, какая сила способна создать такой мир? Токеито, мой брат, может помочь создать его. Можем мы сесть у твоего костра? Твой нож, убивший моего отца, у моего костра не будет резать мясо. Мой брат, вождь волков, молчаливее выжженной земли. Его мысли не с нами. Глаза твои полны печали, Тобис. Почему ты не можешь вернуться к своему племени, племени Делаваров? Костры моего племени угасли. Все Делавары в резервации. Многих уже нет, а беспомощные старики и женщины оплакивают свою судьбу. Стань моим братом, и тогда все твои духи будут покорнее женщин. Но пока ты не привлечешь на свою сторону Токеито, все мои слова бессильны. А ты пошли его к нам для переговоров. И ты обещаешь, что тогда наступит мир, и духи снова станут мне повиноваться. Мы два раза били бледнолицых. Но на место убитых вставали новые воины. Хорошо вооруженные. А мы сражались копьями и стрелами. Они ползли на нас, как огонь в прериях. А мы отступали и таяли, как снег под лучами солнца. Почему же Делавар на стороне врагов? Ты мог бы прийти к своим братьям. Дакоте сейчас нужны храбрые воины. Я дал клятву майору Смиту.
Так, какие-то. Ты отказываешься ехать в форт для переговоров со Смитом? Я должен отвезти своих воинов к Тачунка Витка. Я дал ему слово. Но это такие то. Сначала надо получить согласие старейшин. Решайте. Нам надо бороться за прерии. За свои права. Да, такие то. Мы будем бороться. Мы Тачунка Витка. Хау. Самюэль Смит прислал к нам Фреда Кларка, Красную Лису. Должен ли такие-то ехать с ним для переговоров в форт, прежде чем запоют снова стрелы? Он должен поехать и все узнать. Такие-то. Ты поедешь. Предал Тачунка Витка. Почему? Это тайна Хаваншита. Можно начинать. Огненная вода. Это ваша резервация. Вы немедленно отправитесь туда и научитесь работать. Бить буйволов – нелегкая работа. Мы согласны и на более тяжелую. Лишь бы это было на своей земле. Но вы захватили наши земли от берегов Платы до самых верховьев Миссури. Прериях построят города, проложат хорошие дороги. На Черных холмах мы нашли золото. Вы обязались по договору не трогать нас? Тот договор уже устарел. Мы предлагаем новые условия, и если ты их подпишешь, будешь вознагражден. Ты говоришь не с предателем. Громкие слова. Многие ваши вожди уже продали свои земли. Зитингбо, Тачунка, Витка никогда не согласятся на это. Я знаю, что ты сторонник этих бандитов, но вас мало. А документ подписан достойными людьми. Договор имеет законную силу. Ты мне ответишь за это, бандит. Как понять твои слова? Тебя вздернут на виселицу. Это уже слишком, лейтенант. Парламентер – личность неприкосновенная. Майор Смит, по вашей вине он уже однажды сбежал. Это предательство интересов страны. Сейчас речь идет о чести нашей нации. А для меня интересы нации выше всего. Отдай оружие. Теперь уже не удерешь.
этих детей мы отправим в миссионерскую школу. Святые отцы сделают из этих краснокожих настоящих людей. С Богом! Вперед! Если ты сделаешь хоть один выстрел! Не люблю, когда под руку шутят. Пора бы тебе знать. Выступаем! За мной! Вперед! Если убрать камни, здесь можно сеять. Ты нас научишь этому? Нет, я не могу оставаться на этой земле. Она теперь ваша. Навсегда. Навсегда. Ты говорил, что твой мир ясный день и радость. А я вижу перед собой лишь камни и смерть. С тобой твои духи. Проси их растопить эти вековые снега и вернуть буйволов. Ха. Буйволы, мои братья, еще вернутся.
деду Кейту. Успокойся, он жив. А где он? Он в плену у белых. Ты ему поможешь? Будущий майор, не хотите ли позавтракать? Пожалуйста. Может, в кофе подбавить бренди? Убирайся. Я уезжаю, Кэт. Вы вернетесь в Слоу-Сити? Чтобы жить как приживалка у своей тетки? Нет. Как-нибудь проживу одна. Дженни. Привет, Фред. Я привез почту. Майору Самуэлю Смиту. К сожалению, майора Смита больше нет. Приказ освободить. Кого? Индейца? Приказ надо выполнять. Ну, а остальное твое дело. К сожалению, его тоже. Ну что ж, посмотрим. И приказ о моем переводе в другой форт. Как мне не везет. Эй, ребята! Нужны 5 человек. Что-нибудь случилось? Тобиас! Адамс! Адамс! На сало ловят мышей. Но не то Кейто. Думаю, что тебе снова понадобится табак, мясо буйволов, медвежья лапа.
Давай кончим старый распри. Надоела мне такая жизнь. И прерии, и индейцы. Кто я? Дрянной разведчик. Моя жизнь сковеркана, как и твоя. Ты, наверное, знаешь, где спрятали золото ваши вожди, да? Мы можем завладеть им и уехать отсюда. Махнем с тобой на восток и будем жить, как богачи. Ты меня слышишь? Твоя жизнь зависит от меня. Где золото? Скажи мне. Нет. Твой отец отвечал так же. И ты знаешь, чем это кончилось? Этот мерзавец пытался меня убить. А ты? Есть приказ о твоем освобождении. Мой совет, беги в Канаду. Индейцы сдались. Только Тачунка Витка успел увести свой отряд. Он в верховьях Миссури. Адамс, а как же ты? Я тоже перейду Миссури. Распашу землю. Разведу скот. Возьму с собой Кэт. Можешь найти меня в верховьях. Вот, подпиши. Ты умеешь читать? Ты хорошо понял, что подписал? Я понял, что обязан увести свое племя в резервацию. Тобиас! Ты доставишь его до места. Если он сбежит, тебя повесят. Я тоже поеду. Чтобы его не повесили. Своего коня отдашь мне. Молодец. Хочешь уйти, я мешать не буду. До границы недалеко. Я должен ехать в резервацию. И сдержу слово. Но сначала увижу Тачунка Витка.
Ты уведешь людей из резервации и перейдешь в Миссури. Так и это. Там попросишь великого таинственного, чтобы он дал вам пищу и мир. И вы разбиты. Ваш сын Тачунка Витка умирает. Разбиты. Преданы. Тачунка Витка не мог справиться один со всеми врагами. Тачунка Витко! Ты слышишь меня? Я слышу! Кто уехал с форта? Только Ито. А? Скорей, в погоню! Только Ито вернулся. Он хочет нас вывести из резервации. Нас в родные горы, туда, где нас хранила большая медведица, где мы курили трубку мира. Я слышу рев буйволов, голос наших отцов. Ты меня слышишь, медведица? Мы идем. Мы идем через Миссури. Имя Тачунка Витко поведет нас. Вот ты где, сын пьяницы. А ну-ка сними перья. Ты арестован. Ты мятежник! Теперь, братья, в путь. Не был наш дом богат, но веселил он взгляд. И вот запылал в нем однажды зловещий красный петух. И отправились мы в путь неблизкий, прочь от старых пожарищ и разрух. Продавали патроны и виски, но и там вспыхнул красный петух. Я устала от всего, и теперь мне все равно. Бренди, табак и драгуны, если счастье нам не дано. Шонка убит. Ты что, спятил? Токи-то увел всех индейцев из резервации. Привет, Фредди.
Ты выглядишь как медведь, упустивший лосося. Напрасно смеешься, я знаю, где его найти. На Миссури. Ты пойдешь со мной? Ищи себе компаньона поглупее. Большая медведица, ты молчишь, ты гневаешься на сынов своих. Гора твоя центр земли, она священна. Мы вернулись к тебе, твои леса снова приняли нас. Убей того, кто осмелится увести нас отсюда. Кто звал тебя? Твой барабан, Хаваншита. Духи гневаются на нас. Наш тотем, большая медведица, гневаются. На кого? На тебя. Ты сын человека, который узнал ее тайну. Ты тот, который хочет увести нас от ее гор, пещер, сокровищ. Трубка выкурена. Мы идем через Миссури. Трубка сквернена тобой. Иди в горы. Иди туда без оружия и принеси мне слово большой медведицы. Мать-медведица, тот, кто от тебя уходит, должен умереть. Большая медведица — наш тотем. И все, что дети ее совершают для своего блага, она должна благословить. Она не помешает нам исполнить то, в чем мы поклялись. Моя жизнь, как и ваша, в ее власти. Я иду к ней в назначенный час без страха. Ждите, Хау. Часки. Тебе не кажется, что у деревьев есть руки? Ты боишься? Нет. Мы должны идти. Тачунка, Витка, они предали, и он умер. А такие-то мы им не отдадим. Thank you.
Большая медведица убита, но сын ее с нами. Мы начнем новую жизнь. Пойдем по новому пути. Этот путь ведет к выводу? Нет. Мы будем обрабатывать землю, делать плуги, разводить скот. Это наш новый путь. И мы начнем его на том берегу Великой реки. Хао. Давай договоримся. Нам нужны ваши лошади и ружья. Отдай их, и вы оба будете свободны. Кто убил твоих воинов? Кто увел твоих мустангов? Украл твое оружие? Ты сам знаешь, бледнолицые воры. Неужели вы трусливее и слабее шакалов? Не можете напасть на них и вернуть все назад? Мне за вас стыдно. Перед тобой великий вождь Сиксикау. Ну что ж, давай сразимся. Я готов. Начнем. Твой брат Ситапанаки – великий воин. Скальп этого Дакоты после боя будет висеть на его поясе. Собака, которой дарит жизнь. Убей! Сиксикау и Дакота должны быть вместе.
У них есть лошади. Погасите костер. А, кто нас тут увидит? Убирайся, краснокожий. Убирайся к черту. Пошел, пошел отсюда. Прикажите им погасить костер, лейтенант. Нас могут заметить индейцы. Опасно так рисковать. Дай мне бренди. Нас немного, лейтенант. А краснокожий... Жал трус. Какие новости, Фред? Очень интересные. Слушайте приказ командующего генерала Крука. За поимку бандита Токаита, убежавшего из резервации, главаря банды мятежников, объявляется награда в сумме $200. Покажи. $200! Действительно, $200. Ну, кому не терпится получить их? Мне! Мне! Бен, Бренди, всем за мой счет. Досмотри самого лучшего. Я тоже поеду с тобой. Ты, Бен, уже стар. Хромые лошади нам не нужны. Ты тоже изрядно потрепалась, моя милочка. Фред. Ну? Ну что ж, вперед, мальчики. Фреду нужны доллары. Он на Миссури.
Кейто! Сдаешься мне? Нет, тогда я никого из вас не оставлю в живых. А если ты сдашься мне, они могут уехать. Бросай свое оружие. Ты трус, они погибнут из-за тебя. Замолчи, собака. Трус! Когда все мужчины, все женщины племени Дакота переплывут на тот берег, я буду ждать тебя на вершине этой горы с оружием. Хоу! Один против нас всех? Ты будешь биться против меня одного или против нас всех? Выбирай! Будем драться один на один. Это скальп твоего отца. Я сниму и твой. У меня больше нет патронов. Найдешь Адамса в лесах Маунтена и отдашь ему золото. Он научит вас разводить скот и поможет купить землю. Теперь он наш. Рано, считаешь доллары, посмотрим. Живым к
краснокожая собака. Пошли. Ушел.
пакетика. Большой медведицы избирают тебя своим вождем. Священная тайна, дай нам мир, дай нам пищу, спаси нас от врагов наших, отними у них разум, убей их.